Доброго времени суток! Если вы потеряли телефон или просто не знаете, где он находится, то вы можете найти его при помощи своего Google аккаунта. Как же это сделать? Зайдите в поисковую систему Google и наберите в строке поиска Find My Phone. Переводится это как «Найти мой телефон». Google потребуется несколько секунд, чтобы установить соединение с вашим телефоном. После этого прямо на странице поисковой выдачи у вас отобразится его местонахождение. Вот, собственно, и все. Правда, есть один нюанс. Вы должны все это делать под тем аккаунтом Google, который используется в вашем телефоне. Если вы не вошли в свой Google аккаунт на компьютере, то у вас будет обычная поисковая выдача. Необходимо выбрать пункт «Поиск телефона», «My аккаунт», «Google» или перейти по ссылке, которая будет в описании к данному видео. Вам предложат зайти в сервис под своим аккаунтом Google. Следует ввести именно тот, который привязан к вашему телефону. Теперь необходимо выбрать устройство, которое вы хотите найти. Вам предложат несколько возможных действий, основные из которых прозвонить, поможет, если вы знаете, что телефон находится недалеко, и найти определение местонахождения. Дополнительно можно посмотреть лог безопасности, заблокировать телефон, стереть все данные с телефона, выйти с Google аккаунта. В случае, который мы сейчас разбираем, необходимо выбрать «Найти». Перед вами откроется карта, на которой будет отмечено местонахождение вашего телефона. Вот, собственно, и все. Оценивайте видео, и если вам интересны ролики подобного плана, то подписывайтесь на канал.